Руководителей и специалистов компаний, работающих в сфере IT, наградил министр информационных технологий Сергей Кучин. Выбрать самых достойных было непросто. Все они внесли значимый вклад в развитие региона. У нас много компаний, которые производят программные продукты, есть компании, которые работают, производя технику различную. У нас есть и интеграторы федеральные, и местные компании, которые добились успехов на российском и на международном рынке. Владимир Швецов получил награду из рук министра за то, что его компания активно внедряет информационные технологии в университете имени Лобачевского. Благодаря этому студенты активно используют электронные ресурсы. Это удобнее, потому что студент получает доступ к ресурсам всего мира, которые он раньше не мог бы никак получать. То есть доступ к книгам в любом случае ограничен, а доступ к этим электронным ресурсам не ограничен. IT-технологии используются и в медицине. Елена Бедина пишет программы для оплаты медицинской помощи. Тем самым она экономит время докторам. Им не приходится вручную обсчитывать, сколько стоит лечение пациента. А если бы не Елена Ежова, то администрации города Кстово пришлось бы ох, как нелегко. На мне очень много функций возложено и полномочий, которыми я работаю. Это как системный администратор и курирую информатизацию полностью. 13 сентября программисты отметили свой профессиональный праздник. И награды, полученные за добросовестную работу, лучший подарок.